У всех СМИ республики появилась возможность поучаствовать в конкурсе от Национального банка и Союза журналистов. Его условия оглашены в ходе брифинга председателя Союза журналистов Руслана Хашык и председателя Нацбанка Беслана Баратели. 28 февраля 1991 году Абхазское управление Госбанка СССР было преобразовано в Центральный банк Абхазии. Позже указом президента 11 февраля 1995 году на базе Центрального банка Республики Абхазия был создан Национальный банк Республики Абхазия. Сегодня профессиональный праздник наших банкиров. Мы их поздравляем. За разнообразием и обилием политических и культурных событий в нашей стране мы зачастую упускаем интересные факты экономической и банковской сферы, отмечают авторы проекта. Организовывая совместные творческие конкурсы, чтобы мы могли обращать внимание на интересные процессы, которые происходят в той или иной сфере. Материалы, а это может быть как печатный документ, так и его электронная версия, принимаются в офисе Союза журналистов по улице Званба. Там же можно подать к участию и видеоматериал. Обязательное условие – заявка на участие в конкурсе. В ней указываются фамилия, имя, отчество, место работы и дата опубликования материала. Основная цель проекта – повышение уровня информированности населения о банковской деятельности. Мы видим, часто имеет место низкая финансовая грамотность населения, когда, в принципе, люди, многие не понимают, там, чем отличается кредит банка от помощи из бюджета Республики Абхазии, чем отличается бюджет от средств, которые хранятся в Национальном банке. Ну, такие простые вроде бы вещи, но в то же время... Да, для финансистов и банкиров простые вещи, но, как выясняется, для большинства граждан, но я никого не хочу обвинить, но в силу того, что люди с этим не сталкиваются, по большому счету представление того, что раз речь идет о деньгах, то, что касается банка, финансов, государства, помощи, всего вместе, это все одно целое, да? Отбирать материалы к участию в конкурсе будет комиссия, состоящая из членов Союза журналистов. Размер вознаграждения участникам, занявшим призовые места, утверждает правление Нацбанка. Условия в ближайшие дни будут опубликованы на официальном сайте банка. Илана Казамбара, Мукамкия, Абаза ТВ.